Прикрой! Отставить! Я сказал отставить! Прикрой! Серега, бери меня! Подсудимый Кулешов, встаньте. Вот вы, Кулешов, молодой человек из благополучной семьи. Были отчислены с третьего курса экономического факультета. Почему? Не хочу больше протирать штаны. И так потрачено слишком много времени на бесполезную учебу. Ну почему же бесполезную? У вас хорошая речь. Вы преуспели в точных науках. Разве это не польза? Могли бы стать экономистом или финансистом? Во всех учебных заведениях засели жидомасоны. Они извратили русскую историю, подмяли ее под себя. Я не желаю помогать им в этом. И поэтому вы избили 13-летнего мальчика? Только потому, что в вузах засели, как вы говорите, жидомасоны? А при чем же здесь ребенок? Вы знаете, что он никогда уже не сможет ходить? 13-летний мальчик превратился в инвалида только потому, что вам, видите ли, не понравился цвет его лица? Он вел себя нагло, не уступил место женщине. Из-за таких, как он, наше общество в опасности. Наше общество в опасности из-за таких, как вы. Рот закрой! Где охрана? Что ты сказал? Запоздал! Тихо! Выведите их из зала! Взять. Руки убрал, я сказал! Бери это! Руки убери! Сарака, вызывай на ряд! Слышь ты, ответишь мне! Охрану срочно к залу сюда! Пусти! Пусти! Ах ты!